Говоря об этом, невозможно не отметить работу Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации. Тот вклад, который ИЗИС вносит в модернизацию нормативно-правовой базы нашей страны. У Минюста России с институтом очень крепкая историческая связь. Взять хотя бы сам факт его появления. Почти 100 лет назад это была инициатива Наркомата юстиции. Это решение стало судьбоносным и для структуры Минюста. Например, наш Российский федеральный центр судебной экспертизы берет свои корни в Центральной криминалистической лаборатории института. А действующий при Минюсте научный центр правовой информации фактически...